Здравствуйте. Я хотел бы вам рассказать про функцию сканер штрих-кодов в телефонах HTC. Он нам нужен для получения информации по штрих-коду. Берем наш аппарат HTC, заходим в меню, выбираем функцию сканер штрих-кодов, берем, например, клей, у которого есть свой штрих-код. Берем программу, сканируем сам штрих-код. Вот, пожалуйста, он нам находит. Мы выбираем поиск в интернете и выбираем программу, с помощью которой мы откроем. Ждем несколько секунд. Вот, пожалуйста, клей оливается и полная информация по этому продукту. Сканер штрих-кодов от компании HTC.